Здравствуйте, дорогие любители летсплеев. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed 3. В прошлой серии мы... Да какой Патрик? Смотрите, ребенок что делает? Ломится на видимую стену. Пускай поболтает, он сумасшедший. В прошлой серии мы закончили... миссии за трапперов, испытание трапперов. Обзавелись костюмчиком, видите, каким бело-красным, очень нам не нравится. И ох, у нас открылись перья, мать твою. Ну да ладно, займемся пока основным заданием, потому что отвлеклись от основного задания немного, выполняя миссии охотников. И тем самым немного соскучились по основному линейному сюжету. Сейчас пробежим небольшую 100-метровочку. А, кстати, мы обзавелись сабликой. Так, ну-ка, где она у нас в слоте находится? А, вместо топорища она у нас теперь. Давайте назначим ее, ну, скажем, четвертый, я сказал. Топорик третий. Хотя давайте... ну ладно, оставим так. Надо будет как-нибудь испытать на ком-нибудь. Если попадется отрядец. Хотел на зайчика согреться. Ну да ладно, Челси. А, сабля, да? Неплохая такая. Не сказать, что короткая, да? Нормальная такая, длинная сабля. Абордажная. Как раз для корабля. Мне нравилось еще вот сабля, которую мы покупали для Хейтема. Как она так, полусабля, что называется, такая широкая. И в то же время какая-то такая грациозная. Неплохая такая сабелька. Но в данном случае, я думаю, Коннор больше подойдет именно вот, вот эта сабля. Абордажная. Так как Коннор является еще капитаном корабля Аквила. Или Аквила. Легенда. А, как ее называли? Это легенда Северных морей. То есть, что за задание такое интересное? Во фронтире, да еще черт знает где, смотрите, куда меня завело. Куда нас завела дорога? Так, вот где можно испытать сабельку. Я думаю. Я из тебя всю душу вытащу. Зови подмогу. Так будешь ты контратаковать, нет? Не надо стрелять. Ты что, с ума сошел, что ли? А вот и миночки.
Ух ты какой! Мимо! Мимо! Ну сейчас-то вроде как попал. Какой-то в конце он нанес коронный макаронный удар. Просто я... Дерево мешало, не очень было видно. Так, этот у шотландца юбка поднялась. Из стыдника. Из стыдники. И шотландцы. Ну, интересно, да, забрел какой-то этот отряд сюда. Британцев на что-то еще надеялись. Конечно, я всех убивал. Ну, сабелька, ничего так. Пойдет. Так, 100-метровочка. Так, стойте! Ты кто? Назовитесь! Так ты целься в меня хотя бы. Война надвигается. Мне нужен Израиль Патнем. Кто вас послал? Сэмюэль Адамс. За мной! А, костюмчик, видимо, тот же, просто цветовая гамма другая. Белый с красным. Тоже неплохо. Это не Банкер Хилл? Да, это Бритц. Тут были разногласия насчет того, где стоять. Что слышно из Бостона? Тори притихли. Битва при Банкер-Хилле. Дата 17 июля 1775 года. Банкер-Хилл стал одним из первых мест боевых действий в войне за независимость. Фактически повстанцы проиграли, но для британцев это была первая победа. Взглянем подробнее. Существовало всего два места, откуда силы повстанцев могли бы успешно атаковать захваченный британцами Бостон. Это был полуостров Чарльстаун к северу и Дорчестер к югу. Когда пошли слухи, что британцы собираются укрепить холмы вокруг Чарльстауна, повстанцы решили действовать, и под словом «действовать» я подразумеваю большую игру. Ночью 16 июня 1775 года повстанцы под командованием Уильяма Прескотта прокрались на полуостров, заняли Банкер-Хилл и возвели защитные сооружения на Бритц-Хилле. Это был тактический просчет, так как Бритц-Хилл был легче атаковать и штурмовать. А кроме того, он располагался поблизости от гавани британских кораблей и мог попасть под их контроль. Первоначально, согласно приказам Прескотта, он намеревался захватить Банкер-Хилл. Непонятно, что заставило его изменить решение. Может, у него были проблемы со словами на букву «Б», такими как «Банкер» и «Бритц». Возможно, он думал, что сражается с бельгийцами, а не британцами. К счастью для повстанцев, оказалось, что британцы столь же плохо осведомлены в тактике ведения боя. Расположив войска возле Моланс-Хилл, генерал Хау не вступил в бой, а стал ожидать подкрепления, что дало повстанцам время укрепить свои защитные сооружения. Когда Хау начал атаку, он разделил войска, ожидая, что неорганизованная армия повстанцев пойдет перед ним. Но это оказалось не так, британцы атаковали и отступали дважды, прежде чем удалось победить. Это случилось только после того, как они получили подкрепление, а у повстанцев кончились боеприпасы. Согласно отчетам, было убито 228 британцев, включая многих офицеров, и более 800 пострадало. Со стороны повстанцев 301 пострадавший и 140 убитых.
Континентальная армия показала, что способна противостоять британской армии, подготовленной гораздо лучше ее. Сложно сказать, какая из двух сторон оказалась сильнее, этим удивлена. Меня это удивляет по сей день. А когда пытаемся наступать, теряем людей. Патнам и прочие хотят расставить артиллерию на холмах. Хорошая шрапнель может заставить Томми передумать. А что Джон Питкерн? Этот негодяй хитрющий лиса. Он наезжает иногда, постреливает из пушек, дразнит нас. Ну ладно, он свое получит и скоро. Ух ты, это не похоже на гром. Это похоже на пушечный залп уже. Патнам там впереди, не ошибёшь. Мне плевать на ваши колонки, господа. Следовало встать на банкер-хилле. Приз ближе к городу, но и ближе к их чёртовой артиллерии. Да, тут уже полностью боевые действия идут. Так, Банкер Хилл. Это самый высокий холм на полуострове Чарльстаун, и он же ближе прочих холмов, расположенных к материку. Во время битвы при Банкер Хилле подкрепление повстанцев, прибывшее на полуостров, направилось на Банкер Хилл. Но добравшись туда, толком не поняло, что делать дальше. Вместо того, чтобы присоединиться к бою, который бушевал на соседнем холме, Бридж Хилле, солдаты бестолково бродили по Банкер-Хиллу, не догадавшись устроить на худой конец пикник. Израиль Патнам был там и командовал войсками, отдавал им ценные указания. Например, знаменитое «Не стреляйте до тех пор, пока не увидите белки их глаз». Думаю, что эту фразу он повторил на бис несколько раз. А что цитата, ведь вышла замечательная. К тому же, кажется, только этот его приказ и дошел до солдат. Остальные приказания они-то то ли не поняли, то ли не выполняли нарочно. Принимая во внимание неорганизованность континентальной армии того времени, предположу, что верны обе мои догадки. Я не понимаю вашего вздора, что вы несете. Что тут? Я возвращаюсь на Банкер-Хилл. Всего доброго. Генерал Патнам? Что? Я ищу Джона Питкерна. Мне сказали, вы можете мне помочь. Он засел в городе и носа наружу не кажет. Пока этот корабль продолжит обстрел, нам его не выманить. Но если прекратить обстрел... Тогда меня никто не будет вынужден покинуть наружу. Я подам сигнал, когда все сделаю. А я скажу речь на ваших похоронах. Пройдите по Чарльстаун, не получив повреждений. Да вы шутите, ребятки. Израиль Патнам. Израиль Патнам, год рождения 1718. Израиль Патнам, которого ласково звали Старина Пат, своего рода легендарная фигура войны за независимость. И, возможно, самый знаменитый ее солдат, почти герой фольклора. Патнам родился в Массачусетсе, но позже переехал в Коннектикут, чтобы заняться фермерством. Согласно легенде, Патнам убил последнего волка в колонии. Он забрался в его логово с мушкетом, факелом и веревкой, обвязанной вокруг лодыжек, чтобы его можно было вытащить обратно. Он очень не любил волков, и я уже сказал, что он был героем фольклора. Это еще не все. Он вступил в ряды ополченцев во время франко-индейской войны и заслужил репутацию храбреца, который вдохновляет окружающих солдат. Он попал в плен к индейцам Донья Геха в 1758 году. И спасся буквально перед казнью. В 1762 году его корабль потерпел крушение на Кубе, куда он отправился на войну.
и там тебе это понравится, он узнал о сигарах. Он пристрастился к курению и поговорит первым завез сигары в колонию. После войны Паттон вернулся в Коннектикут, где стал активно выступать против налоговой политики англичан, которая привела к революции. Он основал в Коннектикуте отделение сынов свободы. Узнав о битве при Лексингтоне и Конкорде, он немедленно записался в континентальную армию и стал бригадным генералом войск Коннектикута. Он командовал отрядами на Банкер-Хилле, которые были очень близки к победе, что прочно укрепило его репутацию. Вашингтон возлагал большие надежды на лидерские качества Паттона, и он стал заместителем командующего в Нью-Йорке, как раз перед битвой за Лонг-Айленд. Паттон был хорошим солдатом, но, к сожалению, плохим стратегом, и битва при Лонг-Айленде закончилась разгромным поражением. Не преуспел он и на своем месте, защищая форты на реке Гудзон, где его разбил генерал Генри Клинтон. После этого Паттон попросил назначить его на должность по комплектованию войск, и Вашингтон согласился. Ну, по крайней мере, при нем остались сигары. А, Джеймс Барретт. Мы же читали про Джеймса Барретта. Почему статья опять активная? Так, нам, тем не менее, сюда. Чарльстаун назад как маленький городок к северу от Бостона, так и полуостров, на котором он расположен. На этом полуострове проходила битва Банкер-Хилли, которую иногда называют битвой за Чарльстаун. Ведь бои шли не только на одном холме. Оттуда же Пол Ревер начал свою знаменитую полуночную скачку. Мне всегда казалось, что такое название больше подходит для досуга женщин. Что же до города Чарльстаун, хоть он и был основан еще до 1775 года, после битвы при Банкер-Хилле от него мало что осталось. Там располагались снайперы континентальной армии, донимавшие своим огнем британских солдат. И потому британцы подожгли город, чтобы выкурить их. Большинство зданий было разрушено, а остальные сгорели во время набега в январе 1776 году. Единственное, что пережило войну, это расположение улиц. Впрочем, потом Чарльстаун был отстроен заново, сейчас это часть Бостона. Так, здесь еще какая-то статья по ком? Роберт Ньюман. Мы читали об Роберте Ньюмане. И Уильям Дос, или Уильям Дое, Дос, скорее всего. Тоже читали. Уж извините. Почему они активны? Бля, дома рушатся. По домам бежать не вариант. Ох ты ж. Не получилось произведение, не получить повреждений. Нифига себе, ядра там сыпятся. Оставайтесь незамеченными на кораблях, убейте гранадера Солтаха. Думаете, это реально? Может быть так?
как-то вверх не лезет. Тихо, все идет. Так, где наш гренадер? Что нам делать-то, я не пойму. Нам надо взорвать это все. Черт, незаметность эту. Так интересно. Один корабль минус. Есть еще один. Никто не видит. Так, с этим я тоже думаю, надо разобраться, а то с ним будут проблемы. Было круто. Так, а что с ними делать? На мачту залазишь, что ли? Зачем залазить на мачту, не пойму. Ну давайте залезем.
А, снять флаги, что ли? Так круто. Красивая картинка. Классное разрушение. Бритс Хилл. Бритс Хилл. Строго говоря, битву при Банкер Хилле следовало бы назвать битвой при Бритс Хилле. Именно там континентальная армия воздвигла свои главные укрепления, и там же проходила большая часть боев. Над Банкер Хиллом у Бритс Хилла было всего одно преимущество, он стоял ближе к Бостону, и поэтому с него проще было обстреливать город из пушек. Хотя, конечно, у подобного преимущества есть и обратная сторона. Бостонцам, в свою очередь, было гораздо проще вести ответ на это. Никто не знает, почему Уильям Прескотт остановил свой выбор именно на Бритс Хилле. Возможно, дело в том, что над фортификациями он работал в темноте и до самого рассвета не замечал, насколько уязвим будут там его позиции. А с рассветом менять дислокацию было уже нам немного поздно. Да уж, для Прескотта это был тот самый неловкий момент. И мирные граждане, да еще здесь. Блин, огонь какой реалистичный, а. Жопа прям в экран. Но не нам. У нас дисциплина, порядок, а главное, жажда победы. Мы верим. Так что будьте бдительны, берегите пули, цельтесь лучше и умоляю, Бога ради, не стреляйте, пока не увидите белки и глаз. Черт меня дери. Ха, получилось. Отличная речь. Боюсь, сплошное вранье. Но пока что мы держимся на нем. А что, Питкер? Как я и думал, он покинул Бостон и встал на Молтон-Хилле. К нему не подобраться. Смотрите, что творится внизу. Попробуйте обойти их. Или ждите, мы проведем их ряды. Нет времени. Придется пробовать напрямую. Вы опять предлагаете невозможное. Не вижу вариантов. Это потому, сынок, что ты совсем спятил. Я вернусь за вашими извинениями. Ой, Коннор, ты сумасшедший. Ты просто... самонадеянный. А, давайте, знаете что, война войной, как говорится, но серии по расписанию.
давайте продолжим уже в следующей серии. Чуть возьми, здесь так бабахают они, вообще ничего не слышно. В следующей серии будем пробираться через редуты фортификации. А в этой, пожалуй, закончим. Увидимся, надеюсь, скоро. Всем всего доброго, пока. Так громко, ничего не слышно.